Всем привет! Сегодня хочу поделиться своим приобретением и сказать свой отзыв о нем. Вот такой вот мне порошочек достался. Не знаю, как правильно произнести. Пойникс Professional Автомат. Концентрированный стиральный порошок. Новейшие технологии. Германия. 15 килограмм. Вот здесь вот, видимо, дата производства. Вот хочу сказать маленькую предысторию, как он мне достался. Это было, наверное, в середине августа. Путешествовали с семьей, и, значит, звонит мне соседка и говорит: вот тут есть такой стиральный порошок, 15 килограмм, всего лишь 1400 стоит. Вот, я себе уже брала, стирала, все супер, в 3 раза экономичнее, чем обычный порошок. Тебе нужно, у меня есть, вот, я могу заказать, есть лишнее ведро. Ну, я говорю, если, конечно, у тебя есть сейчас денежки, так как меня нету дома, то, ну, давай возьми, попробую. Вот. Я говорю, или до вечера там приеду, и тогда буду дома. Она: нет-нет, мне уже везут, то есть через час он уже будет у меня. Ну, не суть, в общем. Взяла я этот, приехала домой, взяла у нее этот порошок, ведерко. Было так хорошо упаковано все. Ведерко было, значит, покрыто полиэтиленовой такой пленочкой герметично. Вот, достаточно увесить такое ведро, 15 килограмм, в принципе, женщине с ним не справится, если затащить, но здесь у этой фирмы все четко, доставка прямо вам до квартиры, все дела, буквально через час. Вскрыла порошочек тем же вечером, думаю, попробую я постирать, что за такой хваленый порошок, думаю, блин. Правда, 1400 для 15 килограмм. О, шикарно. Вскрыла, открыла, значит. Сразу хочу сказать, что вскрытие вот этой вот крышки без мужской силы, ну, не знаю, довольно-таки проблематично. Очень плотное закрытие. Вот. Значит, здесь в нем имелось 4 пробника. Пакетика здесь тоже, они вот так вот отдельно упакованы, лежат сверху. 4 пробничка, значит, колпачок, как заявлено на сайте, куда можно пройти и почитать, что этот колпачок якобы тоже сделан из порошка, и в случае, когда закончится у вас это ведро, можно засунуть вот этот вот колпачок прямо в барабан стиральной машины и постирать. Ну, предварительно сняв с него какую-то пленку, не знаю, компания заботится об экологии окружающей среды, чтобы лишний пластик трудноперерабатываемый не был, не оказался дан на помойке, не загрязнял окружающую среду. Набрала бельишко. Да, почитала инструкцию, как стирать, засыпала, ну вот примерно столько, не целый, в отсек для порошка стиральной машины, загрузила все, включила стирку. По прошествии цикла, как закончилась стирка, стиральная машина открылась, вытаскиваю белье. Ну, ничего особенного не заметила, повесила сушиться. Запаха нету, да, запах практически вообще никакого нету. Как загрузили, как пахнет вода, да? Ну вот, пахнет и пахнет, просто ничем не пахнет, можно так сказать. Вывесила белье, белье высохло, посмотрела, знаете, думаю, что такое случилось? Может быть, у меня стиральная машина поломалась? При стирке обычным порошком выглядело белье гораздо чище и приличней. Дело в том, что проблемы с машинкой у меня уже случались. Старушке 15 лет. Значит, решила попробовать еще раз. Загрузила это же белье обратно в стиральную машину. Включила на стирку. Периодически подходила и трогала
значит, вот этот вот иллюминатор, теплый он или нет, греет машина или нет. Вот. Машина была в рабочем состоянии, закончился цикл стирки, вытаскиваю белье, в принципе, без изменений. Думаю, может, я что-то не так делаю. Прочла еще раз инструкцию. Значит, рекомендовано трудновыводимые пятна, значит, растворять вот этот порошочек, заливать его кипящей водой, ждать образования пены, наносить на пятно, тереть его щеткой или зубной, там, зубной щеткой. Делать это 3-4 раза. Вы знаете, что-то как-то не знаю. Порошочек у меня не пошел. Что хочу сказать? Постирала еще третий раз. И не знаю, мое отношение к порошку, ну, вообще никакое. Такое чувство, знаете, я не знаю, что здесь состав порошка. Не знаю, как охарактеризовать вот эти вот компоненты, да, их действия. Если кто-то знает, то, может быть, что-то напишет вообще, как можно этим стирать или нет, да? Значит, что было далее? Полезла в интернет, значит, все-таки захотелось мне посмотреть отзывы об этом порошке. Думаю, ну что же, наверное, кто-то же уже брал, кто-то пользовался. Не может быть, что вот все так шикарно заявлено, что он лучше обычного в порошка и экономичнее в 3 раза, там немецкие технологии и все такое. И соседка вот так еще, причем живем душа в душу, не должна была так жестоко пошутить надо мной, да, ради какой-то наживы. Зашла на сайт, указанный здесь же. Вот. И что? И получается, не знаю, сделала такие выводы, что просто какой-то, не знаю, пирамида. Реальная пирамида. Человек делает звонок, заказывает такое ведро, или на сайте, да, можно заказать. Ему привозят ведро, там 3 или 4 купона с номерами. Он, значит, эти купоны раздает своим друзьям, родственникам, не знаю. Я бы даже недоброжелателю не дала бы такой купон, если честно. И в итоге, если по его купону кто-то произвел покупку, то этот человек получает скидку. Один человек, значит, с одного человека 40% ему идет скидка со следующего ведра. Два человека заказали 60, три там 80 и так далее. То есть за 4 человека, купивших по купону по ведру, да, этого порошка, значит, тот человек может получить ведро порошка бесплатно. Конечно, заманчиво, но было бы все гораздо радостнее, если бы действительно он отстирывал. Хочу сказать, что третий раз попробовала, да, развести его горячей водой, наложила его в стакан этого порошка, насыпала, да, развела горячей водой. Я даже вручную не могла горячей водой развести эти гранулы, о которых вот здесь вот пишется. Да, гранулы там супер-пупер твердые, за счет этого стирка такая отличная. Вручную не могла развести эти гранулы. Так что не знаю. Отзывов мало. И как есть и хорошие, так есть и негативные отзывы. Не хочу делать никакую рекламу, но мой отзыв: не стоит покупать вот этот порошок. Не гонитесь за дешевизной. Я не знаю, мне не понравилось вообще никак. Всем спасибо. Пока.